Чуть позже Рамазан Абдулатипов встретился с Александром Жилкиным. Глава республики с губернатором обсудил перспективы сотрудничества между нашими регионами. В Астраханской области живут 25 тысяч дагестанцев. Все они имеют возможность учиться, заниматься бизнесом, в полной мере реализовывать свой потенциал. Очень важно развивать эффективные контакты между Астраханской областью и республикой Дагестан. Потому что вы достигли многого за эти годы, вы достигли многого по многим направлениям, до которого нам надо дорабатываться. Мы оказались в ситуации, когда около 80% было фактически уничтожено промышленность. Значит, где-то 75% сельское хозяйство. Фактически полностью уничтожены рыбные отрасли. То есть достаточно такие большие проблемы, и я знаю, что вам тоже приходилось их решать. Для нас это очень важно. Но самое главное – это четкая ориентация политики губернатора, настроенная на дружбу, на единство нашей страны. Сотрудничество между Дагестаном и Астраханской областью возможно во многих сферах – гуманитарной, культурной, научной, в областях сельского хозяйства, в частности, рыбоводства, развития портов, добычи углеводородов. Своим опытом астраханцы готовы делиться. Все эти договоренности были собраны в соглашении о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве, которое и подписали Рамазан Абдулатипов и Александр Жилкин. Мы ближайшие соседи по Каспию. У нас общее место, когда наши предки здесь проживали. Они, в общем-то, понимали, как нужно жить с соседями. Это, в общем-то, не случайно, что именно здесь такая пословица, что сосед, он порой даже важнее ближнего родственника. Да. И это, наверное, передается по традициям, по генам, поэтому ту работу, которую я провожу, вот, с точки зрения формирование такого, как сегодня говорят, толерантного общества, а на самом деле это нормального человеческого общения, которое было на протяжении многих веков, оно дает возможность сегодня быть в том числе полезным для Республики Дагестан, а учитывая, что вас-то я знаю с 90-го года, как большого государственника, я считаю, что сегодня Дагестан, опираясь на ваши возможности, на вашу команду, народ Дагестана, в ближайшее время получит результативные такие проекты, которые будут улучшать качество жизни, настроение, но мы будем рядом.